С каждым годом она становится уютнее и краше. Немаловажный вклад в развитие курорта вносят и его жители. В Анапе очень развита система территориальных общественных самоуправлений. Они объединяют активных и неравнодушных анапчан, которые каждый день стремятся сделать город чуточку лучше. Жители микрорайона Южный – дружная команда, в том числе благодаря которой округ динамично развивается и процветает. И сегодня они принимают особые поздравления. Почетные грамоты от заместителя главы Анапы за развитие округа получили самые активные его жители. Несмотря на домашние и личные заботы, эти люди находят время, чтобы преобразить свой подъезд, дом, двор, улицу и любимый город. Мой девиз – если не я, то кто? Это во-первых. Во-вторых, жизнь у нас одна, нужно ее прожить достойно. Поэтому я считаю, что нужно все делать только на благо людей. Мне наш двор нравится, он у нас зеленый, можно сказать, самый зеленый в городе. Огромную поддержку органам территориального общественного самоуправления оказывает городская администрация. В рамках конкурсов на лучший орган ТОС и самый уютный дворик выделяются значительные средства на благоустройство территорий. ТОС Южного микрорайона ежегодно занимает призовые места. Помогают в развитии округа и депутаты. Приобретаем по их желанию цветы, растения. Они высаживают, также делаем праздники детские. Действительно, когда ты смотришь и видишь, что люди тянутся, и совместно получается какая-то картинка в этих мероприятиях, душа радуется. В этот вечер заслуженные благодарности получили более 60 жителей микрорайона Южный. Творческие номера, подготовленные коллективами Дома культуры «Молодежный», стали еще одним приятным подарком для всех гостей.